Вы, а знаешь, что сейчас самое интересное? У вас сейчас появилось новое дворянство. Это ФСБ и генералитет. И они у вас собираются остаться навсегда. У вас не будет никаких прав. Вы будете никто. Я именно поэтому уехал оттуда. Потому что я хочу, чтобы у меня были права, чтобы мои дети росли в стране, где они защищены, что они из себя что-то... Я могу все, что угодно говорить. Я могу выйти сегодня на площадь и кричать про Меркель все, что угодно. А в Чечне про Да, это Кадырова и правда. Путина нельзя. Ты выйдешь, что-нибудь скажешь, тебя убьют, запытают, током будут бить. До тех пор, пока ты не скажешь, я люблю Путина. И ты будешь Сейчас. это искренне говорить. Ты будешь искренне. Тебя так долго будут бить. У меня был парень, Хамжуев, его фамилия. Он кабардинец сам по национальности. Он состоял в группе партизан. Он сидел в Лефортовской тюрьме. Я к нему пришел в Лефортовскую тюрьму, и он мне рассказывал. Его били так током, что из ушей и глаз шла кровь. Все внутренности, все вот испражнения из него выходили. Он был абсолютно голый, закрытый кафель обложен. В Подмосковье эта тюрьма находится. Обложена кафелем, его били током так, что он умолял вот этого человека, который его пытает, застрелить его. Просто он не мог выдерживать. Они не давали и умереть, и в живых не оставляли. Вот до чего людей доводят. Несколько недель это происходит. И ты уже животное превращаешься. Ты согласен на все. Я этого столько начитался, настолько наслышался, что я предпочел уехать оттуда. И я больше никогда не буду. Ничего с Россией у меня общего не будет. Никогда. У меня есть друзья, русские, евреи, другие национальности, с кем я работал, дружил. Буду поддерживать. Они абсолютно порядочные люди. Но с этой КГБшной Россией никогда у меня не будет ничего общего. Ладно, если считаешь, пойду я. Спасибо тебе, конечно. Извини, что испортил тебе вечер. Да. Счастливо.